Всем привет, друзья! Сегодня вы с Аленой, вы на моем канале, вы на канале с холистической раз, два, три, раз, раз, рама-рама, гипофиз, гипоталамус. Сегодня с вами говорим про хроническую усталость и, например, друзья, утренняя тошнота, потеря аппетита, судороги, подергивание ног, век, мурашки, чувство онемения. И сегодня поговорим про тарадам-тарадам магний, друзья. Магний участвует в метаболизме витамина С и группы В. То, как лучше их вместе принимать, я рассказывала в курсе «Жизнь без невроза». Что важно знать? Дефицит магния встречается чаще у женщин на 30%. Потому что там проблемы идут с гормонами, альдостероном, ну, в общем, который накапливает воду в организме больше. Магний в такой ситуации действительно накапливается. Накапливается. Да какая разница, друзья? Он очень сильно расходуется при стрессе. Не накапливается у вас магний. Вы мне просто пишете, параллельно я смотрю и отвечаю. Магний лучше всасывается через кожу, чем через ЖКТ, поэтому для быстрого восполнения можно принять ванны. Животный белок, бобовые, зеленые бананы. Если вы это все неправильно сочетаете, магния вообще нет, друзья. Глютен, лен, какао, невымоченные орехи, грибы уменьшают всасывание магния. Про формы магния читайте в моем инстаграме и телеграме. Друзья, и хроническая усталость – это действительно часто проблема с магнием. Как же выбрать? Цитрат – это продукт присоединения магния, и данная форма снижает усвоение железа. Поэтому цитрат осторожненько. Хелат – это особая форма магния, которая, друзья, работает с аминокислотами, и благодаря этому вообще хелатирует даже тяжелые металлы. Маалат – довольно высокая степень абсорбции, хороший вариант при болях в мышцах и утомляемости. Глицинат имеет низкое содержание, но эта форма обладает выраженным успокаивающим эффектом. И, соответственно, все это работает. Но таурат расслабляет сердечную мышцу, улучшает циркуляцию крови. И это тоже работает. Трионат положительно влияет на мозг. Соответственно, очень классно работает с долговременной памятью. И хлорид – это легкоусвояемая соль, которая после всасывания работает при хронических заболеваниях мочевыделительных систем. Карбонат, друзья, такая дичь, не берите это. Это самая простая форма, и она хуже аптечного магния. Поэтому если есть расстройство желудка, кислотный рефлюкс, все это, короче, большая проблема. Как принимать магний? Лучше дробить суточную дозу, принимать за 10 минут до еды. Белки, аминокислоты и кальций, содержащиеся в пище, помогут действительно максимально усвоить магний в ином случае. Может быть тошнота. Короче, говорю кратко. Если едите аминокислоты и кальций, то все это вместе, друзья. Причины хронической усталости. Помимо вашей магниевой недостаточности, это ваши психозы, неврозы и тревоги. Поэтому, друзья, работать надо с головой. Я, как всегда, шучу. Но ладно. В общем, да, расскажу вам дальше про железодефицит, симптомы и как себе помогать. Пока-пока.